Открываем. И что там, что там? Какой подарок тебя ждет? Что? А там еще одна вот такая красивая золотая коробочка. Это правда? Ну что это? Вы даже не представляете, что мне подарили на 10 лет. Первые подарки сегодня Маше вручают бабушка и дедушка. Идем будить Машу. Доброе утро! Доброе утро! С днем рождения! С днем рождения, малыш! Тебе сегодня 10 лет. Первые тебя сегодня поздравляют бабушка с дедушкой, но целый сегодняшний день будет у тебя наполнен подарками, сюрпризами. Ты готова начинать этот день? Ну что, принимай первые подарочки. Будет твоя жизнь полна чудес, как сказочный, волшебный, добрый лес. Пусть радует она и удивляет, и все твои желания исполняет, моя любимая внученька. Я тебя поздравляю. Ты моя гордость. Ты моя милая. Маруся! Чемодан! Чемодан! Розовый чемодан. Будешь с ним ходить в школу теперь. Он на колесиках. Открывай. Открывай. Что, там еще собака? А в чемодане сюрпризы. Ты представляешь? И что там? О, денежки. На телефон. Маша собирает денежки на телефон, поэтому бабушка с дедушкой подарили ей на телефон денежки. Открываем дальше. Курточка. Это такая красивая. Курточка. Ого, тут полный чемодан каких-то подарков. Маша, так с этим чемоданом, наверное, можно не в школу ходить, иди, а сразу куда-то ехать. А теперь сюрпризы. Открывай змейку. Еще. А тут что? Еще. Это то, о чем ты мечтала? Да. Это розовые беспроводные наушники, о которых давно мечтала Маша. Спасибо. И обнимашки. Обнимашки, обнимашки, обнимашки. Вот такие вот помад, голубая помада. Да. И... Это блеск. Это просто такой ароматный блеск. Наушники одели, чемодан в руки. Маша полностью готова. Да. Получать следующий подарок. А вот еще для Маши один сюрприз. Это моя тебя. Маша, с днем рождения! Маша, любодея, я тебя люблю! Мы уже немножечко привели комнату в порядок, и Маша сейчас будет получать следующие подарочки. Каждая девочка на свой день рождения должна быть принцессой. Поэтому, чтобы это получилось, закрывай глаза. И сейчас мы тебе подарим следующий подарок. И получай следующий подарок. Платье! Платье, о котором ты всегда мечтал. И вот такое вот красивое платье. Розовое платье, длинное, красивое. Моя мечта. Ну что, одеваешь свое красивое платьице и превращаешься в принцессу? Вот, Маша, я одела уже платье своей мечты. И туфельки на каблуках. И туфельки на каблуках, как у Золушки. Сегодня ты будешь настоящей Золушкой. Сегодня будут сбываться все твои мечты. О, Маша сбегала, нашла свою корону. Ну что, теперь я похожа на принцессу? Ты всегда для нас самая лучшая принцесса, самая красавица и самая умница. И мы желаем с папой тебе в день рождения, чтобы все-все твои мечты всегда сбывались. Не только в день рождения, а каждый день. Спасибо, мои любимые папочка и мама. Но это еще не все подарки, которые ждут тебя сегодня. Самые главные подарки еще впереди. Сейчас папа принесет тебе еще один подарочек. И вот подарочек, который сейчас получит Маша. Ну что, идем ей вручать? Я очень надеюсь, что она будет удивлена и ей понравится. Ну что, Маш, получай свой следующий подарочек. Открывай глазки. Круто! Ну что, давай открывай. Такой вот подарочек блестящий с розовой ленточкой. Интересно, что там? Да. А что там внутри? Давай, давай.
Открываем. И что там? Что там? Какой подарок тебя ждет? Что? А там еще одна вот такая красивая золотая коробочка. А что же в этой коробочке? Давай, открываем. Как ты думаешь, что мы тебе подарили? Какие у тебя предположения? Коробку. Открываем. Ну, я правду говорила, мне коробку. А тут еще одна коробочка. Смотри, какая красивенькая. Я думала, мне большой подарок подарят. Ну, иногда маленькие подарки бывают лучше, чем большие. Что ты думаешь? Давай, еще это твои тяжелые предположения. Твои предположения. Эта что коробка там? Тяжелая, мне кажется, что там уже не коробка. Может быть, там капсула лол? Давай, зайка, открывай. Ну, тут еще меньше подарок. Еще меньше подарок? Угу. Совсем маленький подарочек? Да. Ну, красивая уберточка. Красивая упаковочка? Да. Давай, открывай. Там что, будет кирпич? Может, духи такой. Кирпич. Детские духи, может быть. Кирпич. Это правда? Ну что это? Это айфон. А может быть, в этой коробочке еще что-то? Давай проверим дальше. Открывай. Это iPhone? Какой это iPhone? Это iPhone X? Ну давай откроем, посмотрим. Вдруг в этой коробочке еще коробочка. И... Это iPhone X! Да, это для тебя, чтобы у тебя на канале были самые качественные, самые красивые видео. Круто! Он, правда, не розовый. Ты же хотела розовый телефончик. Да ничего страшного. Ничего страшного. Тебе нравится? Ага. Ты довольна? Ты не расстроена, что такая маленькая коробочка и такой маленький Нет. подарочек тебе достался? Нет? Круто. Ай, Маша. Сим-карта не вставлена. Сим-карта не вставлена? Написано, на каком языке будет телефон. Теперь нужно все установить, настроить его. И будешь пользоваться красивым новеньким телефончиком. Мы тебя очень любим, наш малыш. И желаем, чтобы у тебя в жизни все-все-все твои желания исполнялись. И все-все-все твои мечты сбывались. С днем рождения, котеночек. Но это тоже, Машенька, не все подарки. Самый-самый... Это самый крутой подарок. Нет, самый-самый главный подарок и самый крутой ждет тебя еще впереди. Так что давай мы сейчас настроим телефончик, разберемся с ним. А потом подарки будут продолжаться. Так что не переключайтесь и смотрите дальше, что Машу ждет впереди. А вот приехала еще Машина бабушка с подарками. Днем рождения, тетюнечка. Еще много подарков. Развивайся и слухайся папу с мамой. Будь умницей. Еще подарки. Я же говорила, что сегодня целый день будет наполнен подарками. Начинаем распаковывать. Давай смотрим, что тут. Это деньги. Деньги? Маша, а на что ж ты теперь будешь копить? Ты ж копила на телефон. Телефон теперь у тебя есть. На iPhone 7 Plus. На iPhone 7 Plus? Все-таки тебе хочется iPhone 7 Plus, а не 10, да? Нет, но все равно 10 это очень круто. На 7 Plus это будет лично мой, а iPhone X будет для съемок, а 7 Plus для меня. Я поняла, будет продолжать копить деньги на iPhone 7 Plus, который будет лично ее, а iPhone 10 она дарит мне. Ура! У меня тоже сегодня подарочки. Классно. А теперь давай распаковываем красивую коробочку от бабушки Оли. Что же в этой коробочке? С красивой ленточкой. Золотая красивая коробочка. И что там? Давай смотрим.
А в этой коробочке еще одна коробочка. Наверное, еще какой-то iPhone X. Не, ну судя по коробочке, мне кажется, это какой-то квадратный iPhone. Нет, ну мне кажется, это может быть... Не знаю, что. Не знаю, что, но может быть. А, да, это, кажется, оно или не оно. Или оно, или не оно. Какие твои предположения? Давай, пока ты открываешь. Это AirPods? AirPods? Что это такое? Напишите в комментариях, что это такое. Беспроводные наушники. Тебе же подарили беспроводные наушники. Ну, я в курсе. А вдруг это... Еще одни. Давай, смотрим. Маша, замри на минуточку, а я покажу, где наша собака. Смотрите, она уже утянула какую-то конфетишку блестящую и сидит под кроватью, чтобы ее никто не заметил. Ай-яй-яй, мило-мило. Да-да. А мы с Машей дальше распаковываем и... Пути-путичка. И в этой коробочке еще одна маленькая, миленькая коробочка. Пути-путичка. И что в этой коробочке? А в этой коробочке будет еще одна маленькая коробочка? Нет, мне кажется, AirPods. Сейчас посмотрим. Нет, не AirPods. А что? Не знаю. Что? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Если AirPods, я буду в шоке. Ну, какая коробочка. Что в этой коробочке? Что это такое? Что это такое? Цветочек. А в цветочке? Маленькая коробочка? А сережки? Внутри? Давай посмотрим, что там. Сережки. А внутри? Сережки. Сережки. Ух ты, это белое золото с настоящими бриллиантами. Только никому не говори. Это секрет. Так он на весь YouTube будет уже известен. Все, мы ничего не говорили, это просто красивенькие сережки. Класс, какие красивенькие. Ну что, примерим? Спасибо! Все на здоровье. Будем. Вот такие вот красивые сережечки. Мы уже их примерили. И Маше в них очень-очень хорошо и очень красиво. Спасибо нашей бабушке за такую красоту. Мы сейчас пойдем задуем свечки на праздничном тортике. Загадает Маша еще желание, чтобы ей хотелось. И будем продолжать дарить ей подарки. Ведь сегодня целый день будет с подарками. И все равно самый главный подарок еще впереди. С днем рождения тебя, с днем рождения наша Маша, с днем рождения тебя. А теперь загадывай желание, задувай свечки, и оно обязательно у тебя сбудется. А мы желаем, чтобы ты была самая счастливая девочка в мире. Загадала. Давай. Ура! Молодечек, умничка! С днем рождения тебя, солнышко! Сейчас мы покушаем праздничный тортик, а потом продолжим вручение тебе подарочка. Мама, так еще подарки? Сколько этих подарков будет? Ну, есть еще для тебя парочку сюрпризиков. Тортик был очень вкусный! А теперь, Машенька, очередь получать следующий подарок. Для этого нужно тебе потеплее одеться, и мы сейчас выйдем на улицу. А что это может быть? Что это за подарок? Одевайся быстрее, и ты сейчас все узнаешь. Окей. Итак, мы уже вышли на улицу. Ты уже совсем рядышком возле своего подарка. Давай мне ручку. И мы идем. Идем. Аккуратно. Прямо. Итак, развязываю тебе глаза. Поворачивайся. Мам, что по шарикам? Это тоже мой подарок? Да, Маш, это тоже твой подарок. Теперь тебе очень комфортно будет ездить на все фотосессии, на все съемки. Мы круто! Не будем стоять в пробках, и будет очень легко припарковаться в любом месте в центре города. Ну что? Круто! А что это там? Там подарок! Мама, открывай! Там подарок. А внутри еще один подарок. Ой, он тяжелый. Мама, я так рада. Этого не может быть. Мы что, теперь будем ездить на голубой машине? Да, ты довольна? Да, в шоке. Это тот главный подарок, о котором ты говорила? Нет, Машенька, главный подарок еще впереди.
Ну что, бежим домой распаковывать? Да! Ну вот мы уже дома, а теперь я буду распаковывать свой подарок. Очередной свой подарок. Маш, как ты думаешь, что тут? Не знаю. А по весу попробуй. Тяжелое. И что же там может быть такое тяжелое? У тебя сегодня все коробочки с подарками такие блестящие, такие золотые, серебряные. Открывай, что там? Две капсулы лол и сквиши Миши. И сквиши Миши, единорожка, да? Да, я сейчас хочу открыть сквиши Миши, а эти капсулы лол я открою в следующем видео. Так что ждите распаковочку. Что там внутри? А там внутри я уже вижу сюрприз. Какой там сюрприз? Это вот такой вот брелочек, угу, на рюкзачок. Он открывается, и внутри него две цепочки. И какие еще сюрпризики внутри в этой чашечке единорожки? Вот. А в этом пакетике должна быть какая-то сквиши. О, какая она ароматная. И что там? Посмотрите. Это что, это коктейль? Да, это какой-то монстр шейк, на который тоже можно вешать цепочку. И это будет вот такой вот тоже миленький брелочек. О. И еще что? Собачка! А еще вот такой вот песик-единорожка. Класс, мне нереально повезло. Мне попалась собачка-единорожка. Видишь, в день рождения случаются разные чудеса. Смотрите, в этом наборчике мне попался вот такой вот стаканчик-единорожка. Мини-сквиш-единорожка-стаканчик. И еще вот такой вот большой сквиш-единорожка-собачка. Ты пока немножко можешь поиграть со своими сквиши, а мы с папой будем готовить тебе следующий подарочек. Ну что, Машуня, мы тебе с папой еще приготовили подарок. У папы за спиной в левой и в правой руке по подарочку. В какой руке ты выберешь первый подарочек? В левой. И вот это твой подарочек, который был у папы в левой руке. Ну и что, это самый главный подарок? Нет, самый главный подарок был у папы в правой руке. Поэтому открывай сейчас вот эту коробочку с зелененькой ленточкой, а потом получишь следующий подарок. Самый-самый главный подарок на твой день рождения в 10 лет. Давай опять свои предположения. Как ты думаешь, что в этой коробочке? Я не знаю. Ну давай, попробуй. Подумай. Она очень легкая. Очень легкая коробочка. В которой я не знаю, что. И давай открывай. Что бы там могло быть? А что это? Это чехол на iPhone X! Это спасибо вот такой большое вам! А то я думала, где уже покупать чехол на мой телефончик? Да, видишь, телефончик подарили, ну и чехольчик тоже к нему нужен, чтобы он был в безопасности, вот такого яркого, красивого малинового цвета, прямо под цвет твоего чемодана, который бабушка с дедушкой подарили. Вот. Класс, теперь будешь одевать свой телефончик? Да. Нет, давай, знаешь что, оденешь телефончик ты немножко попозже, а все-таки посмотришь свой главный подарок на свой день рождения. Давай, давай, папа, вручай Маше подарок. Та-да-да-да-да-дам, та-да-да-да-да-дам. Там что, миллион долларов? Нет, ну миллион долларов мы, конечно, тебе не сможем подарить. Нет, ну скоро, может быть, и сможем подарить. Итак, что же там? Давай, смотри, малыш, свой подарочек. Так, что там? Положения какие-то есть? Нет. Давай, доставай, там еще должно быть что-то. И что это? Это билет? Да, Машенька, это билет. А это куда? Долгожданная поездка. Куда? Но мы не скажем куда. Смотрите следующее видео, и ты, Маша, завтра тоже узнаешь, куда мы поедем по этим билетам. Или может мы полетим? Круто, вот это подарки на 10 лет! Не пропусти следующее видео, и ты узнаешь, куда мы собрались. И я, кстати, тоже узнаю.